В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета проходит Всероссийская научная конференция молодых ученых «Фантастика. Научная и ненаучная». В конференции принимают участие студенты и аспиранты Казанского федерального университета, а также гости из различных городов России. Когда я увидела объявление об этой конференции, мне, естественно, стало интересно приехать и пообщаться с другими людьми, которые тоже занимаются именно этой тематикой. Я надеюсь, что у нас будет сегодня здесь достаточно много дискуссий, обсуждений, там, обмена мнениями, какими-то идеями, которые потом можно будет развивать и воплощать. Впервые конференция прошла в декабре 2015 года, где говорили о проблемах современной научной фантастики. Эта конференция лишний раз доказала, что фантастика – это действительно тема архипопулярная у молодежи. Собственно, поэтому и возникла идея вот такой молодежной конференции. Конференция включает в себя пленарное заседание, где участники выступают с докладами, а затем обсуждают затронутые темы. Здесь пройдут также и три секционных заседания. Самой интересной кульминацией конференции станет встреча с популярным казанским автором Ясминой Сапфир, которая пишет в жанре фантастики. Она выпустила уже три книги в издательстве «Эксмо» в серии «Академия магии». И она раскроет, ну, что называется, тайны ремесла. Да? То есть это будет взгляд изнутри, как работает писатель в этом жанре. Конференция завершится 17 ноября. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.